А, например, в кулачных боях, ну, вот в боях, которые там стоят на стенке, там же не экипируются они. Нет, перчатки. А там и капы одевались. И капы, и шлема, и кто хочет, и перчатки. Там на голых кулаках не разрешают. Я когда ходил там, я через перчатки надел и капы, и все. Кто-то шлема надевал. Кто-то шлема, да. Шлемов... Они же там голову тоже бьют. Там нормально. Так, что, Серый, ты парнем достанешь, что ли? Поэтому он готовится. Что, нужны? Они такие рваненькие. Так, твой? Ты этот секундомер? Как в топ доги побегал внутри? Ну так-то, наверное, да. Или там, погоди, там не по 5 минут разве? Нет. А, там 5 раундов бывает. Там бывает, да, 2 минуты 3 раунда и 2 минуты 5 раундов. Ну, 5 раундов это главный бой. Чемпионы боев. Когда? Чемпионы, либо главный бой просто. А где же Серый, а где мы тогда, помнишь, с тобой смотрели, там дополнительные давали время? В хардкоре, наверное. В хардкоре? Потому что иногда бывает, да, вот так смотришь, блин, ну они же вроде там на равных, как бы, сейчас дали бы им дополнительные. Экстра раунд в хардкоре это был, да. А в топ-догах ни разу не было дополнительных? Ну, экстра раунд не нужен, потому что там ты ставишь свой геймплан, например, на 3 раунда, и ты выкладываешься. А когда ты поставил свой геймплан на 3 раунда, тебе дали еще раунд. Брат, ну если не выиграл, как, надо что-то делать. А, это ваш сослуживец подарил перчатки, да? Не служили, но в разных батареях, но в одной казарме жили. Это он подарил эти перчатки. Это он тот, который в Самаре, у меня он подарил. Да. А вот еще сейчас сослуживец, который Диман. Но он его не знает, того служивца. Знает. Знаешь, Диман? Видишь, как Диман, теперь ты сейчас будешь... Тебя сейчас будут бить перчатки вашего сослуживца, которые на руках у твоего брата, привезенные другим. Как интересный мир это. И вообще просто, он перипетии такие загадочные. Так, Сер, я потихоньку переодеваться буду, да? Я не нужен сегодня вам буду? Нет, с Олегом хочешь? Я бы с вами бы подрался, но без варежек, без перчаток. Нет, с ним можно бить. И один момент, время уже 10:30, у нас сейчас хватит время только на вас. Я бы с радостью бы сам. А вы всего... А, завтра у вас... О, все, поехали, да. Нифига себе, он ногами ему, Серый. Ну-ка давай, озвучку включай. И вот Дмитрий переходит в активное наступление. Вот было нарушение правил со стороны Дмитрия. Ногами бить вообще здесь нельзя или можно? Нормально. Можно? Опа, нифига. Он сейчас его просто запинает. Опа. Олегу пора включиться и атаковать. Олежка, с вертухана давай. Братан, с вертуханчика. Смещайся влево, вправо, у тебя есть место. Опа. Ну да, с габаритами Димана еще фиг подойдешь, да? Диман, ты хоть поддайся, чтобы Димарик. Или ты не поддаешься из принципа. Я в пути готовлю кружку. А там ногами разве бьют? Нет. Ты его к беспредельной бузе, да, готовишь, если кто-то пинаться начнешь? Ну, Дим, ну хоть ты вертушку, что ли, дай, что-нибудь дайте ему красиво, как Жан-Клод Ван Дамме, там, Стивен Кинг, Стивен, как он, блядь, Сигал. Давай, хоп, шлеп. Нифига. Серый, ну здесь надо твоих вертух. Подскажи парням, как надо делать. Да вот так, да, делай. Бей, кэйчинг, пам-пам. Толкай его ногу вперед, бей его, корпус. Аккуратно. Коленками бьете, парни? Нет? Бей прям вперед, ногой, корпус. Вот так вот его легни, да. Смотри, он тебя, видишь, отталкивает. И зажимает. Олежка, братан, зайди за его левую ногу. Зайди за левую ногу, заходи за его. Смещайся вправо в свое. Нет, вправо свое, вправо сместись, братан, вправо, вправо, нет, другую, да, туда, да, только с другой стороны, да. Чик-пык-пык. Закрутись ноги, вертушку.
давай, левый, ты сразу. Скажи, что вы подсказываете, я и сам все знаю. Бой, бой, что это? Что это такое? Это раунд? Перерыв? Или все? Блин, ну я только во вкус вошел смотреть. А что, разок вообще давайте, не? А? Разок еще давайте. Блин, братан, ну Олег, ладно, давай, уговорим, пойдем со мной. Давай. Что, пойдем. Пойдем. Так, все, тогда что, смотрим, все собрано, да, там быстро все делаем. Мы собираем все собрано. Пока стряхни, руки-ноги стряхни, сейчас объясню. Серый, скажи им, пожалуйста, правила, объясни.